Владивосток начал праздновать свой день рождения. А он продлится до 2 июля. О том, как город готовится к празднованию 158-летия и что ждет горожан на День города в этом году, узнаем прямо сейчас. Это программа «Время говорить». Меня зовут Анна Бережная. И у нас в студии сегодня Мария Хасанова, главный специалист управления культуры администрации города Владивостока. Мария, здравствуйте. Здравствуйте. Ну, с праздником вас, коли уж мы начали отмечать. И вас тоже с праздником. Очень приятная, радостная встреча. Да, спасибо большое, что пришли. Я понимаю, что вы сейчас очень заняты, как раз заняты подготовкой. Мероприятий очень много. Расскажите, что ждет горожан в этом году, и, может быть, наверняка будет что-то кардинально новое. Кардинально новое непременно будет. Мы готовим очень много сюрпризов для наших любимых жителей. Но хочется особенно отметить, что после завершения традиционного шествия трудовых коллективов 30 числа на площади развернется большое новое танцевальное шоу экскаваторов. Это у нас крупные машины весом 8 тонн оторвутся от земли, будут отжиматься, показывать какие-то невероятные вещи, ну а маленькие погрузчики будут танцевать вокруг них танго. К слову, это уникальное в мире шоу, насколько очень уникальное, всем известное в городе Владивостоке, но действительно пройдет впервые. Мы очень рады такому моменту, и это шоу, кстати, будет повторяться циклично, так у нас будет в 13, потом в 18:30, и вечернее выступление их дополнится фаер-шоу, поэтому обязательно приходите на площадь и, ну, как бы порадуйте нас. Поддержите наши экскаваторы. Я уверена, что жители Владивостока с удовольствием придут на празднование дня рождения любимого города. Давайте сейчас остановимся на каждом мероприятии, с каждым самым ярким, потому что, безусловно, о каждом из них мы сегодня рассказать не успеем. Будет огромное количество площадок тематических. Мероприятия будут проходить не только в центральной части Владивостока, но и в других районах города. Так вот, хочется начать, наверное, ну, все-таки начнем по традиции с центра. Давайте продолжим тему пляшущих, танцующих экскаваторов. Откуда к нам приехали эти гости? Расскажите чуть подробнее о них. Ну, гости приехали издалека. Я думаю, что более подробно можно узнать все-таки по ссылке на нашем официальном сайте. В них уже немножечко информации разместили. На сайте VLC.ru. На сайте VLC.ru, да. Пожалуйста. И, в принципе, там вы можете увидеть план мероприятий, о которых и сегодня мы будем говорить. Ну, может быть, зрители не все запомнят, поэтому всегда вы можете заглянуть и увидеть информацию там. Но вообще, если мы говорим о 30 числе, оно очень насыщенное. Конечно, центральная площадь, она будет для жителей работать в течение всего дня. Так, например, более 20 локальных площадок в этом году ждут. Очень много новых площадок, не только детских. Площадки уникальные, традиционно, но достаточно новая интерпретация будет выступления рыцарей, рыцарский турнир, в котором, возможно, вы сможете принять участие лично, если проявите инициативу и смелость. Ну, а также, я думаю, что будет приятно, особенно маленьким участникам, дать интервью, официальное интервью в микрофон. Лучшие ролики будут потом выгружаться в официальные соцсети администрации, поэтому, пожалуйста, поздравляйте любимый город, не стесняйтесь, идите со стихами, добрыми словами. Хочется также чуть подробнее узнать о торжественном шествии. Где оно будет проходить и насколько масштабным оно будет? Я знаю, что серьезно. В этом году действительно шествие очень масштабное. Уже более 7 тысяч человек заявлено на участие. Шествие начнется с 11 и традиционно пройдет по улице Светланская. Но в этом году очень много единиц техники будет участвовать. То есть 119 машин, не считая картингов, велосипедов, маленьких движущихся машинок на пульт управления. И, ну, и ребята, естественно, будут кататься на самокатах, скейтах и прочее. Это все будет в нашем торжественном шествии. Ну а в нем, естественно, принимают участие не только жители города Владивостока, но и крупные предприятия. Там, например, предприятие «Дальзавод», ПВФПС, то есть электросети города Владивостока, ну и многие другие. Поэтому, если вы свою заявку еще не подали, вы можете просто прийти к 11 часам и включиться в шествие, пройтись вместе с нами в праздничной колонии. Хочется немножечко поговорить о других площадках, не центральных. Например, «Минный городок», сквер имени Чехова. Давайте о них поподробнее расскажем, потому что действительно это площадки для людей абсолютно разного возраста. Будет интересно и маленьким, и взрослым. Да, площадки действительно у нас размещены по городу Владивостоку в разных точках, но в разных датах. Вот, например, 30-го в других точках, если мы говорим о мероприятиях именно 30 числа, то мы приглашаем вас также в Адмиральский сквер. Для вас будут звучать авторские бардовские песни, посвященные городу Владивостока. Владивостоку, естественно, вы можете с удовольствием полюбоваться шоу водных фонариков, светошариков на спортивной набережной. А еще на спортивной набережной состоится фестиваль «Добрый Владик», который уже в городе Владивостоке проходит в четвертый раз. Это фестиваль добрых дел, мастер-классов для детей и маленькой творческой программы.
В фестивале можно как-то принять участие горожанам, или же это фестиваль для горожан все-таки? Это фестиваль для горожан. Горожанам уже подготовили различные площадки с мастер-классами. Они могут смело прийти, просто принять участие в любой площадке, которая им посчитается более привлекательной. Угу. Вы хотели что-то сказать? Я хотела сказать, да, добавить. Я хотела добавить просто по локациям, которые вот вас очень заинтересовала площадка в Чеховском сквере. Вот как раз эта площадка будет работать 2 числа, собственно говоря, в сам день города. И здесь состоится торжественное открытие скульптурной композиции, посвященной Антону Павловичу Чехову. Ну, естественно, такое событие не может быть просто обычным открытием, разрезанием ленточки. Мы приготовили променад в исполнении замечательного исторического коллектива, который пройдется в платьях шикарных, как будто бы со страниц Антона Павловича. Может быть, дама с собачкой в этом увидите, может быть, еще какого-то знакомого персонажа. Приходите, поучаствуйте, насладитесь этим замечательным мероприятием. Очень всех ждем. Чеховский сквер 2 июня в 12 часов. Я так понимаю, что такое грандиозное празднование на несколько дней неспроста, так как действительно очень насыщенная программа в этом году. Это правда, и я так понимаю, что с утра до вечера практически каждый день горожане смогут праздновать День города, правда? На спортивной набережной также будут работать и детские наверняка какие-то площадки. У нас площадки начинают вообще работать с 29 числа, также вот опять же фестиваль водных шариков и фонариков, он состоится в 2 дня, 29 и 30, приходите. А в Минном городке пройдет фестиваль красок, и он состоится у нас тоже для в основном маленьких любителей нанести на себя цветные краски. Приезжайте. И я напоминаю, что вы, естественно, можете точное время, точные адреса всех наших мероприятий посмотреть на нашем официальном сайте. Не стесняйтесь, заходите. Приглашаю также дорогих жителей города Владивостока, особенно молодежь, на фестиваль хип-хоп-культуры, который пройдет в 2 дня, 29 и 30 числа. 29 состоится фестиваль на торговом центре «Черемушки». Это у нас будут танцевальные батлы и хип-хоп-исполнители. И то же самое, но только в более длительном объеме, ждет вас возле торгового центра «Сотка» 30 июня. Хотела немножечко уточнить про Минный городок, про фестиваль красок, уже небезызвестный также во Владивостоке, но вдруг кто-то захочет первый раз принять в нем участие. Здесь нужно учитывать один момент, насколько я понимаю. Нужно прийти в такой одежде, которую не жалко запачкать красками, я правильно понимаю? Ну, вообще, насколько я знаю, хотя у меня практики не было, я, к сожалению, еще ни одного пакетика на себя не нанесла, но вообще говорят, что краски отмываются. В этом и уникальность, это, собственно говоря, материала, что он абсолютно экологически полезен, безвреден для организма и особенно для детского, поэтому, может быть, он и набирает такую особую популярность. И, ну, естественно, кто не в душе не ребенок, кто не хотел бы испачкаться, мы все родом из детства, поэтому... Тем более такими красивыми, яркими красками в честь Дня города. Да, еще, кстати, очень модно фотосессии в последнее время производить как раз цветную пятнышку, поэтому всем туда. То есть можно совместить приятное с полезным, действительно. Да. Мария, давайте сейчас сделаем небольшую паузу. Мы прервемся на короткую рекламу, а после продолжим наш разговор. Оставайтесь с нами. А мы продолжаем наш разговор о праздновании 158-летия города Владивостока. Мария, давайте перейдем к музыкальным частям мероприятий наших многочисленных. Я знаю, что также здесь горожан ожидают сюрпризы. Расскажите, какие именно? Сюрпризы действительно ожидают. Ну, более спокойная программа, более традиционная будет у нас в дневной части, это с часу до 17, но в ней, конечно, будет первый сюрприз. Это выступление наших друзей из Японии, из Южной Кореи. Я хочу обратить ваше особое внимание, что это люди впервые приезжающие в наш город, они приезжают к нам специально с творческими поздравлениями, подарками. Так вы можете насладиться их творчеством с большой сцены. Коллектив из Японии едет к нам не просто так, он едет в рамках отношений, дружеских отношений. Если помните вот эту печальную историю с Хиросимой, конечно, жители города Владивостока, так же, как и все жители нашей страны, оказывали содействие. И именно поэтому японцы едут к нам с подарком, помня вот эти добрые, теплые отношения, помощь. И они очень рады, что впервые они смогут показать лучший свой коллектив, который, естественно, с большой сцены, под ваши дружные аплодисменты, друзья, мы готовы наблюдать 30 июня. Еще в рамках уже вечерней программы выступит замечательный коллектив «Мое дело», это город Хабаровск. Они тоже едут к нам специально для того, чтобы поздравить город Владивосток с днем рождения. 158 лет – это достаточно такая значимая дата, поэтому вот все хотят
своим творчеством уникальным, обратите внимание, творчеством, порадовать наших жителей. Ну, естественно, у нас будет уникальный хедлайнер мероприятия. Уникальный в том, что он молодой, это может быть не очень традиционно для дней города. У нас обычно программы такие более устоявшиеся, коллективы более привычные, потому что у нас жители города Владивостока, они разновозрастные. Естественно, такие крупные городские мероприятия, это мероприятия, где нужно на все строгие вкусы возраста найти человека, найти программу, которая порадует всех. И взрослое поколение, всем, конечно. Да. В этом году мы везем молодого исполнителя, это моя Мишель. Молодую не просто так, потому что у нас празднование Дня города совпадает с тем, что прошли недавно выпускные. У нас, естественно, придет свободная уже от школьных невзгод молодежь, которая тоже получит большое удовольствие от просмотра. Ну, конечно, не обойдется еще без дополнительных сюрпризов, которые готовит глава города Владивостока, но этот сюрприз будет в вечерней программе, поэтому не раскрывайте все секреты, да. Не буду. С 19 до 21 часа у нас как раз вот в этом творческом блоке сюрприз состоится, ну а потом вот перехватит эстафету, собственно говоря, моя Мишель. Ну а мою Мишель традиционно мы, конечно, поддержим пенной вечеринкой, она уж очень полюбилась нашим жителям, но пенная вечеринка, она, опять же, то, вот та история из детства, когда радостно и малышам, и взрослым, все в пену, ну как в снег, в волшебство и сказку. Вот особый такой момент, особенно праздничное настроение. Может быть, может, я тоже в этом году рискну наконец-то поучаствовать. Поучаствовать, да. Ну и вы знаете, что в этом году у нас вот небольшие изменения. Обычно праздничную программу завершает праздничный фейерверк. Но в этом году фейерверка не будет, не будет по объективным причинам, и вы тоже, конечно, знаете почему. Потому что будут «Крылья Востока» в этом году. Да, абсолютно верно. Замечательный фестиваль еще один, да. Да, но фестиваль состоится на набережной Цесаревича, и организаторы — это администрация Приморского края, наши коллеги-партнеры. Ну а мы, чтобы не мешать им дарить радость их зрителю, мы закончим мероприятие ярким фаер-шоу. То есть будет прекрасная альтернатива, и не нужно расстраиваться. Да, я думаю, это будет даже интересно, правда? В этом году это как эксперимент. Посмотрим, что из этого получится. Я уверена, что все получится, и хочу отметить, что действительно здорово, что День города, он в этом году такой другой. И мне кажется, будет повод для тех, кто, может быть, уже не ходил несколько лет на мероприятия, будет повод взять и снова пойти прогуляться по прекрасным улицам Владивостока, правда, и посетить различные площадки, и посмотреть фаер-шоу, может быть, вместо салюта. Да, для тех, кто устанет, у нас, кстати, на центральной площади будет разбито очень много лаунж-зон. Даже более того, может быть, вы свое зарядное устройство можете зарядить там же, отдыхая в уютном кресле. Поэтому... Конечно, многие ведь целый день будут гулять в городе. Поэтому вам будет где прилечь в центре на мягких пуфиках, будет где развлечься, будет куда сходить посмотреть. Также, естественно, традиционно у нас будет разбит фудкорт. Это под верхней на верхней площадке площади, под зданием администрации Приморского края. Вам будет чем себя занять. Если устанете от празднования, уйдете, конечно, пройдетесь туда. Я знаю, что ведь горожане также могут поддержать празднование и сами, поучаствуя в этом, да, несколько, не только в шествии, имею в виду, каких-то интерактивных зонах, а также украсить свои, может быть, я не знаю, предприятия, машины, дворы. Да, дворы. Расскажите, что для этого нужно сделать, где найти тот самый стандартный баннер поздравления, потому что я знаю, что оно должно быть это украшение. Вот стандартный и нестандартный. Вы знаете, что на нашем баннере в этом году изображение замечательных художников города Владивостока. А скачать баннер, и не только баннер, там различные форматы предложены, можно по ссылке после каждой новостной ленты. Мы размещаем на официальном сайте www.vlc.ru ссылку для скачивания. Скачивайте, оформляйте свои дворики, машины. Мы будем очень рады, если вы нас поддержите. То есть это доступно каждому абсолютно бесплатно? Абсолютно бесплатно, абсолютно в разных форматах, кто к какому формату привык. Я думаю, что, конечно, нельзя не сказать и о мероприятиях торжественных, патриотического характера. Они также будут проходить во время празднования Дня города Владивостока. Расскажите о них, Мария. Ну, торжественные, конечно, мероприятия – это, в принципе, с чего начинается наше празднование. Это возложение цветов к памятнику первооткрывателям города Владивостока. Это 29 июня с 12 часов возложение памятника Николаю Муравьеву-Амосскому, Якову Семенову. Вы, естественно, можете прийти со своими цветами, почтить память этих замечательных людей. 30 числа возложим торжественно гирлянду возле лодки С-56, мемориал воинской славы Тихоокеанского флота. Тоже, пожалуйста, приходите, поддержите. А еще хочется
сказать, что у нас в отдаленных территориях для жителей города Владивостока тоже приготовлены мероприятия. 2 числа в парке «Солнышко» с 12:30 состоится развлекательная программа для горожан. Ну, конечно, преимущественно для малышей, но приглашаем всех, и взрослых, и детей. Как раз тем, кто, может быть, не имеет возможности выбраться в центр города, да? Да, и те, кто будет занят по объективным причинам 30 числа, 2 числа в парк «Солнышко», пожалуйста. Милости просим. Мария, я думаю, что стоит сейчас еще раз обратиться к нашим жителям, уже, наверное, более торжественно, поздравить их с началом празднования масштабного такого в этом году дня рождения Владивостока и пригласить на мероприятия многочисленные. Обязательно. Дорогие гости и жители города Владивостока, мы вас искренне приглашаем принять участие в праздновании 158-й годовщины со дня образования города Владивостока. Мы ждем, что вы примете участие вместе с нами в торжественном шествии 30 июня с 11 часов по улице Светланская. Примите участие во всех праздничных мероприятиях, приготовленных специально для вас на всех территориях города Владивостока. От всей души, от имени администрации города Владивостока, от главы города Владивостока Виталия Васильевича Веркиенко мы поздравляем вас с этим замечательным событием. До новых встреч! Мария, спасибо огромное, что нашли время и пришли к нам. Я уверена, что празднования дня рождения будут грандиозным. Спасибо, что раскрыли нам некоторые секреты, а некоторые не рассказали. Я думаю, горожане с удовольствием увидят их сами. Спасибо и поздравляю вас еще раз с праздником, с днем рождения. Вас тоже поздравляю. Большое спасибо. Вас также, наши дорогие телезрители, с днем рождения города Владивостока со 158-летием. Я напоминаю, что это была программа «Время говорить». В студии работала Анна Бережная. Увидимся на 8-м.